Ой, доброе утро, Патрик. Привет, папа. Патрик Камин. Да, 6:30. Доброе утро. Today 21st or 22nd? Сегодня 21 октября. И пришел. Ничего страшного, софт это хорошо. Пришел вот с утречка Патрик наш. Все, уже нормально так уселся. Модели. Да, слушай, такой акробат в ножки так хорошо взял. Аккуратненько. Солнце... Так, что ты кидаешься-то? Солнце как бы взошло, но у нас облачность. А вчера вообще была такая красота. Yes. Не торопись. Он вчера просто не приходил, поэтому сегодня голодный. Вон дяденька зарядку делает на крыше. Руками машет. Йогой, наверное, занимается. Вот. Вчера была двойная радуга. Вечером немножечко дождичек такой полил. Did you see yesterday double rainbow? No. I was sitting there. Rainbow. I was sitting there. I was happy. That time little bit rain, little drop. Угу. You could see from here, no? I saw from here, yeah, да. Yeah, я забыла сделать фотографию. Мне Саши вчера звонит, говорит, с тобой тут поговорить хотят. И девочка знакомая говорит, привет, мы только приехали. Прекрати ты мне вот это вот все. Да, in newspaper, darling, new bananas. Ты вот это вот прекращай смотреть тут вот на браслеты и на все такое. Вот. И она с его телефона со мной поболтала, а я пока болтаю, подхожу сюда к окошку. Ой, и двойная радуга. Видел ты вчера, Патрик, happy, двойную радугу-то? Happy. Ой, все, он главное very понимает, good, good. Молодец какой. Very good. He knows it's enough. He's gone now. Ням-ням. Very good. Давай, все, закрывай, finish. Хватит тут finish. Уже. Finish. Хватит уже ням-ням. Хэппи говорит, счастлив, наша сева принята. Наше служение обезьянке. Да, ну я так, немножко прикрою, потому что он иногда подойдет и опять начинает. Вот так вот напоминает, что... Может быть, и недостаточно ему. И заглядывает в окошко. Пошла я свой кофе пить. Всем доброе утро еще раз. И присоединяйтесь к моей утренней чашечке кофе. Я пью только одну чашку кофе, но большую, вот такую вот. Кто-то белье собирает, может, наша прачка. Доброе утро еще раз. Мы с Сашей идем в мандир вместе. Там, конечно, у нас по разным сторонам мужская, женская. Вот, но пока вместе. И знаете, мы даже не сговариваясь оделись одинаково в желтое. Он за своей занавеской, смотрю, одевается. Я за своей. И вот тоже в желтеньком почему-то сегодня... Такое настроение, желтое-прижелтое, такое солнечное, вот. И я вот его подарочек одела, серьги с изумрудами и рубинами, вот, и этот его подарочек. Знаете, такая приятная аура у вещей, когда ты знаешь, с какими чувствами ее тебе дарили. Что? Ну что, брейкана, броканая. Break for yes. Да, наверное, для какого-то трубы какой-нибудь. Вот. А вчера
Саши, ему позвонил наш постмен и говорит, тебе посылочка. Вот, и он принес этот постмен вот нашему этому Тейлору, оставил там посылку. И вечером Саши ее забрал. Принес, я еще не сняла. Сейчас вернусь, сниму про эту посылку. Из Израиля Ольга. Я ее спрошу ВКонтакте, если она мне писала, можно назвать фамилию или нет. Вот. Ну, во всяком случае, вот девушка из Израиля прислала. Вот ему футболку. State World Citizen. Две пачки кофе. Две пачки иван-чая. Причем, Ольга, спасибо вам большое. Знаете, я сейчас завариваю имбирь, мяту, лимон. Вот, даже без чая, потому что черный чай я не хочу. И думаю, мне бы какой-нибудь такой вот полезный для меня чай. Гранатовые корки на всякий случай. Вот, и думаю, мне бы нужен хороший полезный чай. И тут вот вчера эта посылка, думаю, боже мой, иван-чай. А я сразу завариваю себе большой чайник на весь день, много-много имбиря. Вот. И так хорошо мне из этого имбиря. Я еще утром пью куркуму с перцем. И вот то, что мне в Харидваре прописали. Today you forget, give me my Ayurveda tablet. Oh. Ничего страшного, no problem. Come back and you will give. Да. Он же следит за моим теперь поглощением. So much in my mind suddenly about Jaipur. Ага. Он следит за моими таблетками, и каждое утро он мне выдает хорошо, да, аюрведу мою. Вот. Я сегодня его причесала. У него вот прям вот такие мокрые вот до сюда волосы. Он чешется щеткой и не прочесывает внутри каждую прядку тщательно, только сверху. Поэтому я его раз в неделю вот так вот тщательно прочесываю и слежу, какой длины у него волосы уже. Говорю, не вздумай постричься. Вот. А он сегодня мне говорит, насколько ты сейчас здорова? Я говорю, ну, на 99% по сравнению вот с прошлым. Остался, говорю, ну, я даже не знаю, может, даже и на 100. Ну, я так, на всякий случай себе процент оставляю, что осталось чуть-чуть добрать энергии. Он говорит, скоро же Дивали, полетели на пару дней в Джайпур на Дивали. Говорит, там так красиво во время Дивали. Ну, посмотрим, почем билеты на самолет. Если нормально, то слетаем на пару дней. Вот, я отключаюсь, потому что мы заходим в ашрам, потом сдам камеру хранения и пойдем в мандир. Это Ранголи, напротив ворот ашрама. Я сейчас посидела на службе, сходила на Маха Самади, получила лепестки роз, вот. И хотела рассказать, вчера вечером, нет, днем, готовлю, вдруг стук в дверь, и женщина приходит с индийцем каким-то, нашим индийцем, с нашего дома, с такими бумагами, все такое, типа, давайте донешн на что-то там. Вот она, типа, собирает такая. How much, шерифа? How much? 60 рупий килограмм. 50. А есть мягкая, soft, ready? Нет. Покажи. Которая мягкая, это мне уже надо. Мягкий. Мягкий. А есть большая, да, мягкая? Большая, потом. Все понимает. Вот молодец какая. Вот мягкая. Ну вот. Вот мягкая. Давай. Слово. Я стараюсь. Я думаю, килограмм, already finish. 1 kg I need. Ага, килограмм.
10 дам 10 тебе, ага. Видите, они уже как подешевели. И, в общем, эта женщина прямо с таким напором требует денег. Я говорю, нет, говорю, у меня муж в мандире, поэтому давайте с ним разговаривайте про это. Я говорю, я не уполномочена. А она все равно так это наезжает прямо. И индиец стоит, аж он досмущается с нашего дома, потому что, по-моему, он водитель рикши. Я говорю, она меня не понимает, да? Вот, ну закрыла дверь. Саша и приходит, я ему рассказываю. Говорю, я говорю, не дала, потому что я вообще не люблю, когда уже прям домой приходит. Потом это будут толпы приходить домой. Вот, ну и буквально Саша вернулся с мандира, и минут через 10 опять стук в дверь. Приходит она же со своими тетрадками, какими-то вот такими вот чеками, все такое. И опять так же напористо. Дайте денег. С детьми. Дети. Я не знаю, зачем она таскает местных. Непонятно. Саша говорит, нет, прекращай эту практику. Он ей прям так строго сказал. Вот. Потому что вот это вот надо не приучать. Мы даже вот когда вот первый донейшн... Девушка нам написала письмо и попросила, говорит, я хочу вам прислать денег, как-нибудь распорядитесь здесь сами. Я Саше говорю, что делать-то? Он говорит, слушай, здесь одна такая есть бедная семья, давай им крышу перекроем. Я говорю, ты понимаешь, бедная семья знает, где мы живем. Говорю, сейчас вот все эти соседские бедные семьи будут возле нашей двери. Давай, говорю, лучше... Просто купим рис, сари, поедем в какую-то деревню подальше и там раздадим. Вот мы тогда так и сделали. После этого я просто видела, что иностранка, я покупала себе сари, а смотрю, она покупает 40 сари. Я говорю, зачем она так много? И мне там объяснили, что, говорит, многие иностранцы занимаются благотворительностью, покупают кто сколько может, кто насколько может, и дарят бедным людям, но подальше от своего дома. Вот. Мы когда последний раз тоже сари дарили, вот Саша говорит, у нас нашего вотчмана жена... Ой, ой, извините, товарищи, слово я сказала неприличное. Мамочка, я дам вам, но бананы, а не шериф. Вы представляете? Ой, сейчас. Сейчас я вот так. Вот. Вот она, благотворительность. Чем чревата? О чем я и говорю. И, в общем, этой женщине мы подарили сари. У нее еще какая-то подружка была. Мы ей тоже подарили сари. Вот. И вечером возле наших дверей... Слушайте, у меня сердце чуть не выскочило из груди, когда сзади этот большой напал. Фух. Надо сейчас пульс измерить. Я теперь утром и вечером... Давление измеряю, а пульс там автоматически виден. Так сейчас он, наверное, 100. Вот. Ну, в общем, подарили мы сари жене вотчмана. И вечером делегация возле наших дверей из соседских женщин. Все пришли просить сари. Вот. Поэтому... Мы, ну вот то, что как, какие-то там чаем угостить, сари подарить, мы стараемся подальше. Вот. Она уже сожрать даже успела. Блин, как так-то?
Вот. Единственная наша вошинг-леди. Она сейчас уже такая молодец стала. Вчера приходила, позавчера. Много стирала, ну, забрала. Много вещей перестирала. И уже стала с таким достоинством. Раньше тоже такой цирк с конями устраивала. Каких-то детей приводила толпами. Вот. А сейчас перестала. Я ей плачу больше. И, ну, вчера вот я Линку-то на днях купила. А я помню, она просила как-то. Показывает то ли на Пепси, то ли на Спрайт. Что-то у меня было. Но была бутылка просто уже выпитая. Она говорит, я вот это вот хочу. Я подумала, думаю, да, для нее это ведь дорого. Сколько ей надо постирать. Вот. А эта Лимка, зачем-то я ее купила несколько дней назад. И лежит она в холодильнике. Я что-то как-то резко разлюбила все это. Вот. И думаю, она же это хотела. Я ей говорю, хочешь Лимку? Она, да, давай. Говорит, она... Так показывает на бутылочку новая, говорит, не открытая. Я говорю, нью, из шопа. Вот она очень обрадовалась этой Лимке. Фу. Да, товарищи, вы знаете, иногда читаешь там чьи-то там рассказы, и человек пишет, я все прям маты вспомнила. А я говорю, ну, думаю про себя иногда. Ну, как их можно вспомнить? Как их можно все вспомнить? Но вот, честно говоря, где-то в глубине подсознания остались еще плохие слова, которыми я могу, оказывается, ругаться на обезьян. Ну, может быть, и не на обезьян. Каждый ведь по-своему стресс входит. Я как-то читала, что один король, или кто он там был, император, брал в свою охрану солдат, которые краснеют при опасности. Не бледнеют, а краснеют, потому что кровь приливает, и человек быстро начинает думать, действовать, еще что-то. А когда бледнеет, значит, кровь отливает, и он не соображает ничего. Ну, это, во всяком случае, так этот, мне кажется, римский император считал. Поэтому я думаю, если бы у меня не было работы, я могла бы спокойно работать в его охране, этого римского императора. Мне кажется, я так покраснела, как мой арбуз. Кстати, надо арбуз положить в холодильник. Вот. Ну все, дорогие мои друзья. Вот пока что вот так вот у меня прошло утро. Даже не без стресса. Патрика семья очень, очень большая. Не всем достаются бананы на окне. Каждый пытается добрать как может свой донейшн, пожертвование. Вот, я вас всех... Люблю, всех обнимаю, всем благодарна за все ваши письма, советы, поздравления, комментарии, какие-то ваши добрые слова и за критику. Ну, в общем, за все. Вот. И будьте здоровы, счастливы, благополучны. Пусть не будет нужды в вашем доме, пусть решаются ваши важные вопросы. Как-то так в вашу пользу, с благом для всех окружающих. Всего вам самого-самого наилучшего, дорогие мои. Да, я ведь сейчас еще посылку хотела показать. Я еще, значит, не прощаюсь. Сейчас я вам покажу посылочку. Ну вот, значит, Ольга из Израиля. Я просто не всегда уверена, что можно фамилию показывать. Не все любят, чтобы показывала фамилию. Вот посылочка. Иван-чай. Вот здесь была футболочка для Саши. Так. Сейчас там украшение. Там немножечко поломалось. Сейчас покажу. Секундочку. Вот. Вот такое вот украшение аметистовое. И, наверное, ну, тут несколько камушков сломалось. Вот, ну, такой вот богатый, тяжелый аметист. Здесь какая-то была эта... вот. А, сережка, одна сережка, почему-то странно.
Так, может быть, она где-то в посылке затерялась. Вот, ага. Ну, я говорила, вот два кофе. Я правильно держу? Или так? Нет, наверное, я правильно держу. Вот. И вот два иван-чая. Два иван-чая и письмо на дерево желаний. Я его уже положила отдельно. И мы его передадим кому-нибудь, потому что сами сейчас мы редко туда ходим, но друзья начинают приезжать, и очень многие сейчас туда пойдут. Ольга, спасибо вам большое. Вы не переживайте, мы письмо мы передадим. Я, конечно, не буду снимать, как его вешают, но никогда никто и не снимал. Всегда все относили, передавали своим там знакомым, друзьям или кому-то, кто едет в Путапарте. И если письмо доехало до Путапарти, то оно дойдет до дерева желаний. Спасибо вам большое за посылку. Сейчас я буду искать, куда делась серьга. Такая красивая, прямо вот невероятно. Это она прозрачная, да? Это как стекло. Стекло, да? Нет, ну это... Сейчас я все перетрясу заново. Где мы там с ним открывали посылочку? Вот. Два камушка поломалось. Вот, спасибо огромное. Вот, ну все, друзья, я вам всем счастья, здоровья желаю. И всего самого наилучшего. Вот, видите, вот кто спрашивал, как отослать письма на дерево желаний. Я всем даю вот такой адрес. Меня потом, правда, начинают спрашивать, а что это за цифры, а их писать или не писать. Вот как я даю, так и пишите. Вот. Все, всех обнимаю, всех люблю. Ты куда? У него кто-то пришел в гости. Because of rain, he went away. А, покажи, шоу хим. He's not here now. А кто-то тут был? Ада. Маленький. Ада. Здрасте, подожди. Еще тебе дадут. Почти. Вначале ешь. Сюда. Ну, Саши, тут этот попал в такой огненный. А ты? He's looking that side and eat it. Ага. Outside in the rain. Здрасте. Такой маленький, ты такой смелый. Ну, тебе бы еще дали. Да, он просто не хочет, чтобы ему мешали. Чего вы ругаетесь? Женщины здесь активны, их не перекричишь. Она сейчас вот с тремя будет перекрикиваться и все равно победит. С четырьмя. Дождик пошел, видите, вон по крышам. Капельки. Бесстрашная женщина. Ручку ей подает. Она говорит, да пошел ты. А там эта обезьянка все думает. Иди сюда, обезьянка, иди сюда. Тебе еще дадут. А, правильно, вот так их. Собачка хотела вот на крыше поспать, но думаю, кружится, но сейчас ее дождик выгонит. Papa, yeah. Did you sleep? No. Baby come in. I heard about it. Ага, he crying. Малыш пришел и плачет. In your place? Now in mine place. More baby, not same? No, it's а что ты икаешь? This Patrick. Other, big one. Do we have banana? I have. He crying. Он плачет.
Не бойся. Заходи. Заходи. Сейчас тебе дадут бананчиков. А что ты какой-то сегодня огорченный? Давай сюда. И свисти. Ты плачешь. Ага. Да. I think bus. They don't want to eat in front of us. Да. He will come again, I know. А я слышала, я думала, это Саша кино смотрит с таким. Думала, смеется. Очень странно. I hear sound from your side, darling. I heard also, but I couldn't turn around and look. I thought maybe you laughing like this. No, no. А вон там в кустах тоже, в деревьях. Also monkey jump on the tree. Патрик, о, Патрик. Патрик, иди сюда, развернись. Патрик. Алло, Патрик. Чего это ты, Патрик, хвост свой задрал тут? Алло. И корочку на всякий случай держит. Да, он потом ее догрызет немножко. Угу, голодненький. Тебе сейчас еще принесут. Ой, ты, Господи, как ты плачешь-то. Нет, это не Патрик. Потому что Патрик у нас настоящий мужик, и он не плачет. Мальчики не плачут. It's not Patrick, darling. He hungry. Он правда голодный. Now finish. Да, now finish. Можешь... One more coming. Второй идет по трубе. Маленький. А что, у нас столько бананов, да? Да, он, наверное, не придет тут маленький. Надо большому вначале уйти. Ты иди, пожалуйста, ладно? Давай, прощай. Бас. For you, бас. Все, для тебя уже хватит. А вот как? Я не знаю, как. Вот-вот, это очень-очень сложно. Давай, иди сюда к нам. The mother side. Let him go. Боится все-таки. He's afraid of her. I know. Uh-huh. He will come when he go away. Not how he's holding. Ты далеко не уходи. Давай мы этого попросим уйти. He's going down. Да, he understand. Let's close the window and we not open for old man. No. Давай закроем окно и для старого вот этого вот не будем открывать. He should wait somewhere there. Face control. Hello, but, finish. Все, хватит. Bye. До свидания. Bye. Да. Hello, no. Чело. Все, пока. No. Нет. Давай. Пока. Вот я уверена, что ты уже не будешь плакать. Я сейчас закрываю окно. И не вздумай тут мне вот. Не вздумай вот мне тут плакать. No need. He only tried to... Don't open the window. No, I not open. I will hide. Вот он начал уже пальцами щек вытаскивать в рот. Ах ты деловой! He fighting with me. Не, я закрываю, все. Я с тобой не дружу. Ты посмотри, да? Хорошо. Все, я закрываю, потому что папа хочет, чтобы ты ушел, а маленький, чтобы пришел. Все, пока. Большой вернулся-то, Саши. Не давай ему. Нет, тоже голодный, he's тоже надо дать. This Patrick, darling. This real Ava Patrick. Не торопись, Патрик. Позови маленького. I have one more for you. First eat.
Вначале ешь. He's afraid of somebody coming behind. То есть такие Hello? Запуганные. Хороший такой. Чел, чел, чел. Все. Хватит ему yeah. уже таскать. Eat, eat, eat. He know I have other one. He know me. Надо для маленького Hello. Оставить. Hello. Так с ними сейчас днем и не поспишь. Let's better sleep. Yeah, yeah. Them, иди отсюда, so, чего? No, okay. Уходи. Мы поспим немножко, ладно? Да. Тихо, Люси, матик. Надо будет вечером еще купить. Evening, you have to buy more. Yeah. Да. Папа тоже съел ваш один бананчик. Вот поэтому... No, I not open. Yeah. Поэтому кому-то из вас и не хватит. Я вот бананы не ем. Пока что. Завтра съем один. Все, Патрик, иди. Шкурку-то он сейчас будет выгрызать. Все, за щечки спрятал, потом съест. Тихонечко спрячется и съест. Уже не боится, даже не прячется. Раньше уходил, спинкой поворачивался. Все, Патрик, пока. У нас дневной сон. Я пошла спать.